В студии «Некрести» общаемся с Александром Омельчуком, вице-мэром по вопросам энергоефективности. Олександр Андрійович Омельчук – екс-депутат Миколаївської міської ради від опозиційного блоку. В кінці 2016 року пішов працювати заступником міського голови з питань енергоефективності у команді Олександра Сінкевича. Під час місцевих виборів був керівником виборчого штабу Ігоря Дятлова, головного опонента Олександра Сінкевича на посаду міського голови. Призначення Олександра Омельчука на роботу у виконком – яскраве свідчення співпраці міського голови від самопомічі з опозиційним блоком. Водночас Олександр Сінкевич неодноразово заявляв, що якщо програма «Тепле місто», яку має виконати віце-мер з енергоефективності, не дасть результатів, він звільнить Омельчука. Одне з завдань, яке також взяв на себе посадовець – захист миколаївців від дій монополістів-постачальників тепла. Нещодавно він відреагував на численні обурення в соцмережах, де мешканці міста публікували платіжки за тепло, нараховане в квітні, коли опалювальний сезон вже був завершений, і звернувся з цього приводу до Миколаївської ТЕЦ. Олександр, здравствуйте. Добрий вечір. Я вам благодарен за то, что вы отреагировали, да, на мое сообщение в Фейсбуке относительно тех платежей, тех цен, которые насчитали за отопление николаевцам весной. Но вот у меня возник вопрос, а что случится, если это ваше письмо, направленное там, в Николаевскую ТЭЦ или, скажем, в Облтеплоэнерго, если это там, другой какой-то случай, если на него никак не отреагируют? Что вы будете делать? Ну, это хороший вопрос. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что вы так очень четко ловите вот такие острые моменты, потому что буквально до того вашего обращения в Фейсбуке у меня было несколько человек по этой же тематике. И действительно, когда предприятие, которое генерирует тепло, является ну, фактически там, государственным монополистом в этой сфере, не подчиненным напрямую органам местного самоуправления, то достаточно проблемно влиять на вопросы, особенно в контексте, в котором вы сказали. Ну, что будет, если вы написали, а вас, грубо говоря, послали, да? Вам ничего не сказали в ответ. Вот. Поэтому мне даже самому было интересно, и учитывая то, что появился ваш пост, мы придали этому публичности. Вот. А вы знаете по опыту, вы как профессионал знаете по опыту, что когда вот в таких вот темных вопросах придается публичности, да, то есть гораздо больше шансов получить реальные ответы. Причем я сформулировал свое письмо именно таким образом, что очень трудно будет написать в ответ какую-то ерунду, типа, вы знаете, мы тут сами еще ничего не понимаем, мы только что-то считаем. То есть я запросил дать методику, я запросил дать нормативную базу, я запросил дать базовые показатели, от которых делается перерасчет. Когда мы эту информацию получим и окажется, что она, допустим, ну, по желанию монополиста там сделана на его собственное какое-то усмотрение, ну, значит, мы будем на это реагировать с точки зрения уже власти и местных органов самоуправления таким образом, что ведь мы можем ну, по-разному сформулировать или интерпретировать эти данные от, ну, в зависимости от того, как они подготовлены. То есть мы можем говорить о разных ситуациях развития. Я предлагаю дождаться ответа, и когда мы получим конкретный текст, поговорить. Я так понимаю, рычагов влияния никаких на государственного прямых, монополиста? Прямых, к сожалению, нет. Но это же предприятие находится в городе. Оно находится на городской земле, оно находится в пределах нормативных актов, которые работают у нас в городе. Есть сессия горсовета, которая также может адекватно реагировать на ну, возможные варианты развития событий. Поэтому сказать, что вообще рычагов нет, у нас, безусловно, мы не можем. Рычаги есть, но они просто не закреплены законодателем. Но независимо вот от действий монополистов, хотя в том числе и ввиду них, николаевские дома, они сейчас не теплые, они дорогие дома. Все время растут тарифы, поднялся тариф на квартплату, в том числе поднимаются тарифы на водоснабжение, хотя и вы, и ваш лидер Игорь Дятлов заявляли о том, что тарифы будут вдвое ниже. Оплата. А сейчас что оплата? Лидер Игорь Дятлов, лидер оппозиционного блока города Николаева, говорил, что оплата за услуги ЖКХ вдвое меньше, не тарифы. А что, мы платим не по тарифам? Мы платим по тарифам, но платим не тарифы, а оплату. Влиять на тарифы ни Игорь Дятлов, ни городские депутаты не могут. То есть тарифы устанавливают НКРЕКП, это такая всеукраинская структура, которая диктует нам здесь с вами, как жить по большому счету. Ну как же, а разве городской совет, когда утверждает тариф на квартплату, это не исполком это делает? Или когда водоканал решил поднять стоимость, не может
собственник, Николаевский городской совет, сказать директору водоканала, не надо поднимать тариф. Ну, мы же говорили только что о тепле, а вы на водоканал перешли. Ну, а мы что касается водоканала, говорили. Это другой разговор, конечно. Но я просто хочу напомнить, что вот тогда, в период кампании, вы неоднократно как-то упоминали это еще в предыдущих эфирах, да, с гостями. То есть, если вы посмотрите на листовку, там написано не тарифы в два раза меньше, а оплата в два раза меньше. А оплата может достигаться разными способами, в том числе и теми механизмами, которые мы предлагаем, с которыми мы шли на выборы и которые сегодня пытаемся внедрить в нашем городе. Ну, вот вы утвердили этот исполком. Этот исполком поднял тарифы. Этот, да, исполком будет поднимать тарифы впоследствии на водоснабжение. Вступим 15 апреля новая стоимость за услуги Николаева водоканала. А такое ощущение, что как бы вот ваши коллеги-однопартийцы, они как-то ни при чем. Мы этот исполком сформировали, а дальше это он сам поднимает. Хотелось бы как-то видеть в этом активную позицию и оппозиционного блока, и, может быть, представителей оппозиционного блока в исполнительной власти, которые могли бы своим коллегам в исполкоме как-то донести эту позицию. Ну, поверьте, позиция доносится. Ведь помимо одного вопроса, о котором вы говорите, этот исполком решает много других городских вопросов, которые накапливаются по истечению времени и периодически проходят исполком, где принимаются очень важные для города решения. Поэтому, безусловно, есть решения, которые являются достаточно, ну, если не спорными, а, скажем, сигнальными, да, такими как тарифы, тарифообразование. И вот, если вы помните этот процесс, который шел по оплатам за коммунальные услуги, и в том числе за квартирную плату, так называемую. Ведь он не просто был принят, да, то есть он был принят с большими обсуждениями, с выкладками, и в итоге с корректировками большими. Да. То есть вот это и есть на самом деле очень активная позиция, в том числе депутатского корпуса, который привнес в своей рабочей группе идею о том, что не могут тарифы утверждаться только исполкомом, без участия и без того, чтобы мнение депутатов и мнение жителей были учитаны в этих процессах. Все равно тогда и в том числе квартплата повысилась. Но вот кроме оплаты за ЖКХ вдвое меньше, второй лозунг, или даже, можно сказать, первый лозунг был, это «Теплый дом», да. Да, то, что нес оппозиционный блок. Как вы считаете, вот идет уже пятый месяц 2017 года, но как-то работ по утеплению домов, по утеплению жилого фонда или каких-то объектов соцсферы я, честно говоря, массово не вижу. Да. Может быть, просто люди не замечают этого или работы не ведутся? Нет, это объективная ситуация, вы абсолютно правы, никакой массовости здесь не наблюдается. Несмотря на то, что вот 5 месяцев департамент работает без финансирования фактически, а только там готовя почву для дальнейших каких-то успехов в этом направлении, я не скажу, что в департамент обращается массово ОСМД с заявкой, с просьбой там начать работы по утеплению. Кроме того, ведь мы несколько провели уже, пожалуй, ну, наверное, с десяток семинаров для представителей ОСМД, где рассказываем, каким образом можно не ждать, когда там в департаменте появятся деньги, а участвовать в программе энергоэффективности, которую предлагает государство. И здесь государство помогает, а мы делаем все. А город Николаев? А мы делаем все сейчас, чтобы город Николаев также помогал. А как мэр города относится к программе «Теплый дом»? Я, честно говоря, не помню ни одного совещания какого-то, где вот он бы участвовал, как-то соотносил. Такое ощущение, что как бы «Теплый дом» реализуется не в его городе. Ну, вы говорите о своих субъективных впечатлениях, Олег. Да. Я вам хочу сказать, что активно проблемы участвует есть. Мэр города в теплом. А. Проблемы есть. Вы понимаете, о чем я говорю. Проблемы есть. Мы понимаем, что это очень трудный участок работы, но когда вот решался вопрос о том, что в городе будет это направление. Ведь, ну, я прекрасно понимал, с какими трудностями мне придется столкнуться. И я скажу, что практически все эти трудности сбываются. Но самая главная мысль, самая главная моя мотивация, что мы должны там объективно, даже там уже без политических привязок, поставить город на эти рельсы, и чтобы уже даже вне зависимости от каких-то кадровых возможных перестановок, город по направлению этому шел. И это даст свои результаты уже в ближайшем будущем. Вот вам не кажется, что Александр Сенкевич, памятуя то, что вы устроили ему в прошлом году по голосованию за бюджет развития, сейчас решим как бы вот неким образом вам отомстить, и ну, вот эта сумма, да, 75 миллионов, которая до сих пор остается разблокированной, плюс он... Заблокированной. Точнее, плюс он никак не участвует. Эти его шутки про там теплый пол, теплые стены, которые, ну, явно показывают пренебрежение, ну, как мне кажется, к этому делу, к этой программе. Не кажется ли вам, что это такая своеобразный политический ответ ему? Ну, как вам сказать?
Я не думаю, что Александр Сенкевич заинтересован в том, чтобы у меня, как у его заместителя, что-то не получилось. Потому что тот результат, который мы достигнем, он будет общегородской результат. Я говорю, на сегодняшний день зимой холодно всем, вне зависимости от того, кто голосовал там за Сенкевича, либо кто заголосовал за Дятлова, да, то есть без политических окрасок. И все понимают, что это делать нужно. Да, есть проблемы, но это проблемы более такого системного характера. Вот, то, что фактически уже на сегодня заканчивается май, а мы еще не приступили к финансированию, это проблема системного характера. Это не проблема Сенкевича, который решил сделать проблему Омельчуку. Это проблема системного характера, которая должна решиться в ближайшее время и разблокировать деятельность департамента. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, Олег, я хочу сказать, нет, мне не кажется, что там какие-то у нас есть в этом вопросе издевки. Есть структурные системные проблемы, которые должны решаться в связи с тем, что в городе появился новый департамент, это новая структура, она должна родиться, она должна освоиться и встать на рельсы. А вы лично не считаете, ну, не жалеете, что вот вы пошли на этот рискованный проект, что вы могли оставаться депутатом городского совета, быть в оппозиции к власти? Я же вам пообещал, что я сложу мандат после того, как стану чиновником. Да, вы сложили мандат, как обещали. Вот по прошествию 6 месяцев практически, вы не жалеете? Нет, я не жалею. Есть время брать на себя ответственность за конкретные направления в городе. Конструктивная критика тоже, она принимается. И, безусловно, без нее бы не родились какие-то такие важные в городе направления, в том числе и направления энергоэффективности. То, что лозунг предвыборный перерос в конкретную программу, которая сегодня принята на сессии и называется «Теплый Николаев». Ну, это ли не результат того, что что-то в городе меняется? Нет, результат то, что прошло 6 месяцев, а никакого теплого дома пока нет. Ну, теплый дом не родится за 6 месяцев. Для того, чтобы появился теплый дом, вот тогда, вот в 2015 году, нужно было создавать вот такой департамент. Тогда бы сегодня мы с вами говорили. По итогам 6 месяцев появилось то, что, с одной стороны, вас поглотила команда мэра, вы стали представителем команды мэра, с другой стороны, мэр поглощен оппозиционным блоком ввиду своей дружбы, как мне кажется, с этой фракцией. Таким образом, произошло такое взаимное слияние. А насколько это полезно и вам, и ему, Мух от котлет. Кто кого поглотил и поглотил ли вообще. Есть общая цель, ради которой умные люди объединяют свои усилия в ее достижении. Вот это, вот, мне кажется, в таком контексте нужно говорить сегодня про результат взаимодействия, который происходит в горсовете. Ведь, ну, по-другому быть не могло. И вы, как политолог по образованию, я думаю, тоже прекрасно это понимали. Вот. Я историк, но меня все часто называют политологом. Ну, факультет политических наук. Да, вы же закончили факультет политических наук. Как и вы. Да, как и я в своем первом образовании. Поэтому вы понимали, наверное, что по-другому быть не может. Так система работает здесь. Депутатский корпус работает совместно с аппаратом мэра. Мэр задает тон, депутаты поддерживают, депутаты критикуют, депутаты что-то делают. Но еще раз говорю, если мы говорим о каких-то конкретных результатах, да, которых еще, как вы правильно и справедливо заметили, еще нет. Но то, что в городе появилось направление энергоэффективности, оно переросло из предвыборного лозунга в конкретную принятую программу, и даже деньги, которые зарезервированы сегодня, я надеюсь, там в ближайшее время станут доступными для того, чтобы реализовывать эту программу, вот это тот конкретный результат, за которого мне не стыдно, и я не жалею, что мы его сегодня достигаем. Смотрите, вы получили 75 миллионов на реализацию программы «Теплый дом», а взамен оппозиционный блок проголосован за огромный бюджет развития, там несколько сотен миллионов, которыми распоряжается мэр и его подчиненные. Чего? Взамен вы утвердили структуру, взамен вы прогнозовали за многие другие инициативы мэра. Но коль вы размениваете оппозиционность на эти голосования, почему вы, например, не боролись за кресло вице-мэра по вопросам ЖКХ? Ведь, в принципе, эта программа по утеплению домов, она хорошо вписывается в действие, в деятельность департамента ЖКХ. Тогда бы были реальные полномочия, реальные средства, не надо было ждать столько месяцев. Уже сейчас, возможно, шла работа. Угу. Ну, как мы уже говорили, что я сдержал свое обещание, перед вами служил мандат, поэтому, когда вы говорите, что я что-то поддержал, называя меня на «вы», то я вам хочу сказать, да, что я уже не голосую уже достаточно долгое время в сессионном зале. Но это же было, когда, до того, как вы стали чиновниками, когда вы голосовали за все эти инициативы. Вот. Говоря о том, что… Но вы не голосовали за себя, это был конфликт интересов, если я не ошибаюсь. Ну, безусловно, здесь нужно было понимать эти все вещи и делать правильно все. Поэтому возникают те вопросы, которые возникают. Если, то есть, вот эти вопросы, которые вы задали, ну, лучше бы было говорить с политическим руководством оппозиционного блока насчет них. Потому что я для себя... Кого вы имеете в виду? Я с Игорем Дятловым, руководителем партии «Оппозиционный блок» в городе Николаеве. Да, он бы вам ответил, что наверняка там высказал бы свои мысли по этому вопросу. Когда я
стал заместителем городского головы и сложил мандат депутатский, я для себя политическую составляющую отодвинул на второй. То есть мне сейчас очень важно показать профессиональную составляющую этого вопроса. И это важно не только для меня, это важно для всего депутатского корпуса от оппозиционного блока, показать практическое применение вот той программы, с которой мы шли на выборы. Вы же не будете спорить, что не чиновники, пусть департамента ЖКХ или департамента энергоэффективности утепляют дома, их утепляют подрядные организации. Какая разница, кто будет заключать этот договор? Департамент энергоэффективности или департамент ЖКХ? Наверное, если бы вы возглавили вот это направление, уже созданное, рабочее, то, может быть, у вас бы быстрее все это произошло? Ну, возможно. Возможно, вы правы. Хотя, с другой стороны, у департамента ЖКХ достаточно широкие полномочия. И если на него навешивать еще и эти вопросы сегодня, ну, тогда обыкновенные там ремонты подъездов и крыш они сегодня не успевают делать. Не говоря уже о том, что у них появилось бы новое направление, с которым им пришлось бы сражаться. Я вот почему, знаете, вот почему спрашиваю? Не столько, чтобы вас... Ну, просто возникает такое ощущение, что департамент энергоэффективности чем-то напоминает пресловутое агентство развития. То есть, где собрались симпатики мэра после выборов, и они как бы совершенно искусственный орган, ведут какую-то деятельность, семинары проводят, как вы говорите, и вы тоже проводите семинары. Мне кажется, оно похоже на агентство развития. Ну, я бы с вами не согласился, потому что, ну, во-первых, это орган власти, наделенный орган власти, да, это конкретная принятая программа не под финансирование агентства развития, а под финансирование мероприятий по внедрению энергомодернизации в бюджетных заведениях города Николаева. И вот эти 5 месяцев, о которых мы говорим, поверьте мне, я тоже хотел бы, чтобы это все уже было гораздо быстрее. Но это еще очень короткий срок, чтобы давать оценку, тем более сравнительную какую-то характеристику и сравнивать орган власти с агентством развития. Это несравнимые вещи сегодня, и я надеюсь, что пройдет какой-то небольшой период времени, и вы убедитесь в том, что это принципиально две разные структуры, и, соответственно, оценивать их работу нужно принципиально по-разному. Ваши коллеги, голосуя за новую структуру, вот, за увеличение штата, там около 200 человек добавилось в штат мэрии, но мне кажется, что они совершенно не позаботились о комплексной реформе муниципалитета. Ну почему, например, не нужно было, ну можно ведь было как-то перераспределить полномочия, убрать дублирующие функции департамента ЖКХ, районных администраций, которые и сейчас вот в новой структуре совершенно остались, они были как со времен Чайки, так и сейчас. И за счет этого перераспределения, за счет упразднения каких-то неэффективных там должностей или неэффективных направлений работы в администрациях районов, в департаменте ЖКХ, можно же было создать этот новый ваш департамент энергоэффективности. А пошли по простому пути, просто увеличили количество штатных единиц. Неужели это эффективно? Олег, я, конечно, не могу отвечать за моих коллег, опять же, исключительно потому, что они остались депутатами, а я стал чиновником. Но я хотел сказать, немного ли мы хотим от депутатов. То есть депутаты ведь это контрольная функция. А вот все, что вы говорите о том, просчитывать количество и не просто добавлять, а где-то сокращать и оптимизировать, да, я правильно понял вашу мысль, да, то это работа чиновников. И на самом деле та структура, которая была предложена, она была предложена не депутатами, она была предложена аппаратом и чиновниками. Да, вот теперь вот эти вопросы, мне кажется, у нас и так гиперактивный депутат на самом деле. Я уже депутатом был 3, и я могу сравнивать за какой-то период жизнедеятельности города. Вот сегодняшний депутатский корпус – это самый активный депутатский корпус. И вот они и так много делают вместо чиновников, поверьте, там очень много. Но что-то нужно оставить чиновникам для того, чтобы система работала правильно, за то, чтобы потом чиновники несли ответственность. Ваши коллеги-чиновники не дорабатывают. Мои коллеги-чиновники не дорабатывают. Ну, это мысль, вопрос или утверждение? Ну, это просто я так резюмирую то, что вы говорите, чтобы правильно ли я вас понимаю, пытаюсь понять. Ну, нужно говорить по персоналиям, потому что в целом проблемы есть, на мой взгляд, объективно. Но если говорить конкретно о структуре, то здесь же структуру готовят очень определенные чиновники. Сначала готовил, по-моему, вице-мэр Алифир, потом он где-то пропал, потом структуру готовил... Кто? Кто? Кто готовил эту структуру, которую приняли сейчас? Я думаю, что вот когда вице-мэр Алифир пропал, вот тогда потерялось какое-то очень важное звено в этой структуре. И если помните, после тех презентаций, которые были проведены Алифиром, вот сегодняшняя структура, она, конечно, кардинально другая.
Если мы уже вспомнили о том, как принималась структура, я не могу вас не спросить. Вот тогда в сессионном зале журналисты сфотографировали телефон. Насколько я понял, это был ваш телефон. И там вам писал человек по имени Коля Жук. Он там так был подписан. Это было ваше предположение, там не совсем было видно. Он был подписан. И шла речь о кандидатуре человека, Вадима Степаненко, на должность управляющего делами. Угу. Можно ли сделать вывод, что он, вот этот кандидат, что вы ее поддержали, и то, что вы ее поддержали, стало предметом, ну, я имею в виду фракцию «Оппозиционный блок», что эта кандидатура тоже стала частью договоренности между «Оппозиционным блоком» и Сенкевичем? Утверждать нет, нельзя. Более того, вы взяли на себя смелость и высказали гипотезу, что в момент голосования за Степаненко был сфотографирован мой телефон. На самом деле вы же человек расскажите, с политологическим образованием понимаете, что если бы даже было что-то похожее на то, что вы только что произнесли, так, то это все бы было бы совсем не в сессионном зале. А как поэтому это было? Эта смс-ка могла быть написана в какое угодно время, кому угодно по имени Николай, и речь могла идти о чем угодно. Вы интерпретировали, вы выдвинули гипотезу, ну как бы... Вы имеете на это право. Я недавно замечал, как на депутатских комиссиях Павел Зоткин, например, тоже депутат, который имеет отношение к Николаю Жуку, защищает Вадима Степаненко перед депутатами. Я поэтому вспомнил сразу же это фото. Но мне кажется, что управделами тоже был частью этих договоренностей, просто это как-то не осветили. И у меня появилась возможность у вас спросить. Вы все-таки прокомментируете, это СМС было или не было? Это СМС было. Имеет ли отношение Николай Жук к Степаненко? Это СМС было. Николая Жука я никогда в жизни не видел со Степаненко, как и с Зоткиным. Угу. Вот, честно говоря, для меня это новость. Вот, поэтому, ну что я могу сказать? Гипотеза имеет право на жизнь, но я не скажу, что вы окончательно правы. Хорошо, с этим закрыли. Какой масштабный проект, помимо там теплого дома, вы могли бы назвать, который может быть в Николаеве, либо который уже инициирован в Николаеве, вот какой-то масштабный инфраструктурный проект? В других городах мы видим, перекрываются целые кварталы, улицы, идут масштабные реконструкции. А у нас такое ощущение, что все происходит хаотично, как-то некомплексно и зачастую некачественно. Ну, есть проблема в этих вопросах, потому что действительно городу не хватает каких-то вот ярких проектов, которые должны были быть уже за это время хотя бы сформулированы. Ну, я имею в виду проекты такого масштаба, как вот там... Допустим, там троллейбусная линия, да, о которой угу. часто говорят. Вот если бы она появилась в городе... Недавно с нее сняли средства, перенаправили. Ну, это временное явление, просто надо было это сделать, ну, по логике тех, кто это делал. Я просто пересказываю, потому что угу. я знаю, как там обстоят дела. То есть по истечению времени это будет возвращено потом на эту статью. Это же все-таки обещание предвыборное, одно из немногих, да? Это обещание предвыборное Юрия Гранатура. Ну, которое потом взял на себя еще и Александр Сенкевич. Поэтому обещание есть, его нужно выполнять, и я думаю, оно будет выполнено. Вот таких проектов не хватает. Хотя на самом деле, конечно... Так деньги же есть. Но нельзя сказать, что денег нет. Нет, нельзя, да. Ну, то есть финансирование... А что мы тогда делаем? Почему деньги есть, возможности есть, а в городе ничего масштабного не происходит? Я же с вами согласился и говорю о том, что городу не хватает ярких инфраструктурных проектов. Вот. Их надо делать, их нужно планировать. Вот. Но опять же, как вы удачно заметили в начале нашего эфира, что я зам по энергоэффективности. Да, в вопросах энергоэффективности у нас есть проект «Теплый дом». Да. У ваших, может быть, у нас не проектов не хватает, а людей, которые могли бы их сгенерировать, предложить, нет, довести до депутатского деле, корпуса. Вот эта система, ведь я, поверьте, я тоже чиновник первый раз, да, и да. я за вот этот период какой-то прошел определенный эволюционный процесс. Когда я был депутатом, мне казалось намного все проще. Вы себе не представляете количество вот таких вот забюрократизированных вещей, которые нужно пройти. Значит, вот здесь должна быть формулировка такая, то есть здесь должна быть написана «реконструкция», никак не капремонт. Угу. Приходишь к экспертизу, говорит, какая реконструкция? У вас должно быть написано капремонт, иначе мы не сможем пропустить позитивную экспертизу. Для того, чтобы сделать проект, нужно сначала там найти на него финансирование. Это, скажем, в других казалось же городах раньше... такое же законодательство. Я такая с вами же согласен. Бюрократия. Я с вами мы видим согласен. Харьков, мы видим Одессу, мы видим огромные какие-то вот реконструкции идут. Фасады улиц хотя бы в центре города приведены в должный вид. Но у нас что-то образцово-показательное есть вот в этом городе, чтобы сказать, вот это строительство, либо это завершенное строительство, оно образцово-показательное. Ну, завершенного я не видел. И я надеюсь... Вы наверняка проводили
экспертизу, либо какие-то такие исследования вот в жилом фонде. Насколько, по-вашему, в Николаеве изношен сейчас жилой фонд? Может быть, он нуждается уже вот, по аналогии сейчас с Москвой, там, с реновацией, со строительством новых энергоэффективных домов? Безусловно. 90% жилого фонда у нас построено уже во времена Советского Союза. Они уже, безусловно, подходят ресурс этих домов. И вот этот путь, по которому мы идем, по которому прошла уже вся Восточная Европа, которая имела такие же конструктивные дома, вот, ведь они сначала утеплили все, пожили, а потом снесли и построили заново. Вот, потому что мы не можем эксплуатировать помещение до бесконечности. У него есть какой-то ресурс, и этот ресурс уже подходит к концу. На самом деле это очень, очень большая проблема в городе. Она касается не только жилых домов, она касается детских садов, школ. Вот мы сегодня обследовали 53-ю школу, и перед тем, как утеплять, проводится как бы там анализ состояния конструктива. Мы видим, что утеплять ее нельзя, потому ее нужно сначала собрать, потому что школа начинает разваливаться. И таких, к сожалению, примеров у нас много. Вот. Но, опять же, учитывая то, что мы всячески ставим город на эти рельсы, я понимаю, что этот процесс пойдет, и он будет это делать. И он будет происходить именно так, как мы его видим. Потому что это делать нужно, создавать комфортные условия, меньше потреблять. Нужно обязательно децентрализовать систему отопления, хотя бы в бюджетных заведениях, чтобы мы не имели повторений, вот таких, которые с погодными условиями случились у нас в конце апреля, когда после выключения стало вдруг практически минус. А для того, чтобы включить централизованную систему отопления, нужна неделя. Сенкевич это... очень часто повторяет, что я ставлю задачу Омельчуку до 2020 года, перевести все соцобъекты на автономное отопление. Вот, есть такая задача, и Вы принимаете? Он это говорит специально, чтобы... Это реализуемая задача? Это реализуемая задача, то есть задача поставлена, как бы, и более того, я ее абсолютно там разделяю, мы должны это сделать. Сегодня уже разрабатывается дополнение к программе, в которой будет определен порядок. То есть я считаю своей задачей, как заместителя городского головы, создать условия, при которых бизнес пойдет в эту сферу и поможет городскому бюджету решить эту проблему. Мы уже сегодня имеем несколько позитивных примеров, когда частные компании строят котельные, а потом продают гигакалории отдельным учебным заведениям. Я хочу сделать так, чтобы не отдельный бизнес это делал, а это было открыто для всех, и любой человек или там фирма, которая хочет принять в этом участие, могла бы поучаствовать. Более того, мы как город можем это все стимулировать путем, допустим, компенсации процентов по кредитам, которые они берут на покупку этого оборудования. Это будут понятные и прозрачные правила, и в итоге, я думаю, даже раньше, чем до 2020 года, мы можем решить эту проблему. Вы ранее имели опыт работы с рекламным бизнесом, возглавляли коммунальное предприятие «Бюро эстетики». Вот ввиду этого хочу вас спросить, как вы оцениваете вот создание департамента благоустройства и борьбы с коррупцией? Насколько его функции, его полномочия сопоставимы с вот этими, с теми задачами, которые они на себя решили возложить по демонтажу рекламных конструкций? Не совпадает ли это с теми же? Никто же не забрал у районных администраций сейчас функции по демонтажу. Они все тоже остались. А зачем этот департамент нужен? Не сведется ли его работа к канцелярии и перенаправлению писем? Ну, кстати, я с сегодняшнего дня замещаю Степанца, он пошел в отпуск. Вот, и у меня уже сегодня вот есть почта, которую я расписываю, там, в том числе на Ермолаева. Так. Вот, и я просто начинаю изучать, как, вот, ну, как работает на сегодняшний день этот департамент. То есть он тоже новосозданный, то есть его нет. Да. Ни финансирования на него нет, ни людей нет. И если мы свой департамент энергоэффективности уже как-то размещаем в кабинетах, да, уже там, вот, то я знаю, что проблема в этом департаменте даже с помещениями. Вот. Но тем не менее я начинаю знакомиться с этим вопросом, и первая мысль, которая мне приходит в голову, что благоустройство и противодействие коррупции, ну, это немножко разные вещи. Несопоставимые. Их нужно немножко разделять, потому что благоустраивать город, следить там за порядком, демонтировать незаконные рекламные конструкции, безусловно, важная хозяйственная миссия. Но бороться с коррупцией – это немножко другое, то есть это совсем другое направление. Как им удастся это все реализовать совместно, ну, время покажет. Мне кажется, просто еще очень рано оценивать и давать какие-то, тем более, резкие оценки. Видели, как неоднократно депутаты, общественные активисты публиковали уже, что вот мы обратились в департамент Ермолаева. Нам пришел ответ. За вашу заяву юрдепартамент, написав звернення туди, який ще департамент туди. Ну, то есть они просто сработали вот буфером обмена. Они получили информацию и расписали на другие департаменты. Они перенаправили письма.
Ну, это, ну, тем временем районные администрации продолжают получать реальные средства на демонтаж. Деньги налогоплательщиков этим занимаются. По сути, да. Самым работоспособным в этой сфере у них органом является комиссия по демонтажу, которая рассматривает вопросы, подготовленные, опять же, администрациями, выявленными объектами, либо выявленные объекты там, путем публикации в Facebook, либо какой-то еще способом. И после этого эта комиссия выдает там рекомендацию, потому что комиссия может только рекомендацию сделать, там провести демонтаж, убрать и все такое. Опять же, насколько я знаю из тех процессов, которые происходят в городе, это достаточно спорная рекомендация, которая отбивается в суде очень легко. То есть они не защищены с правовой точки зрения. Им нужно прежде всего здесь свои позиции усилять. Ведь, безусловно, в городе нужен такой орган, потому что если предприниматели будут знать, что ты сегодня незаконно поставил, а пройдет там максимум 8 часов и тебя уберут, законный способ, тогда у нас перестанет эта вакханалия существовать в городе. Сегодня она как реакция предпринимателей на то, что, во-первых, альтернативы нет законной, то есть предприниматель хочет законно разместиться, а у него этой возможности нет. Вы знаете, все вопросы заблокированы, все абсолютно, и рекламные, и там малые архитектурных форм, и все, ничего на сессии не принимается, ни на исполкоме, ни на сессии. Поэтому это закономерная реакция предпринимателей сказать, ну, не хотите получать деньги в бюджет, все равно на Советской будут стоять все торговые объекты, они будут в сезон торговать там, кто квасом, кто мороженым, кто еще чем-то. Поэтому, на мой взгляд, нужно усилять правовую основу демонтажных работ. Вот. С другой стороны, для того, чтобы наводить системно порядок в городе, ну, это хозяйственное направление, это не борьба с коррупцией, это упорядочение хозяйственной деятельности в городе. И здесь у администрации, мне кажется, больше перспектив. Мы неоднократно видели вас вместе и с другими вице-мэрами, вместе с мэром Александром Сенкевичем на публичных мероприятиях. Я вот просто хотел для себя понять, вы политик с определенной историей, вы там в сложное время, в отличие от других ваших коллег, не покинули партию регионов и не стеснялись этого, вы защищали от сноса памятник Ленина. Вы вместе с вашим коллегой Игорем Дятловым боролись на выборах с Сенкевичем, причем ожесточенно боролись. А сейчас вот вы очень часто появляетесь там на публичных мероприятиях с другими вашими коллегами, и судя по этой фотографии, это вам приносит удовольствие. Ну, эта фотография, для того, чтобы было понятно нашим зрителям, это с позавчерашнего мероприятия, да, насколько я понял, с Дня Европы. Да. Но нет ли в этом какого-то диссонанса Омельчука-политика, о котором мы его знали раньше, и Омельчука нынешнего чиновника? Ну, это вам судить, вы журналисты, вы аналитики, есть ли в этом диссонанс. На самом деле, если вы вспомните, какие Дни Европы проходили в период руководства Игоря Дятлова областным советом, когда приезжали высокие послы и, ну, был не просто парад, была еще какая-то там дискуссия научного плана, популярного плана в этом отношении, то мне кажется, конечно, ну, ведь в этом празднике нет ничего плохого. Так это же не одно мероприятие. Вы системно, вот, например, если мы возьмем Татьяну Казакову, которая, как мне кажется, показательно отсутствует на многих публичных мероприятиях с мэром, это как бы, ну, оно, это о чем-то свидетельствует, что она в чем-то не согласна, возможно. А не кажется ли вам, что ваше постоянное присутствие рядом с мэром, рядом с его командой, оно как бы подкрепляет тот факт о той свадьбе, о которой мы говорим неоднократно, и о которой так не хочет говорить ни Игорь Сергеевич, ни Александр Федорович? Давайте, если объективно говорить, то вы меня могли видеть, ну, один раз, да, потому что это был выходной день, суббота, это был День Европы. Если какой-то будний день, то проходит какое-то мероприятие, я, как правило, не появляюсь там, потому что я считаю, что чиновник должен там не цветочки возлагать где-то, а должен, ну, это не касается святых праздников для меня лично, как для личности, да, то есть если я считаю День освобождения города праздником, я буду как бы отдавать дань памяти. А раньше оппозиционный блок отдельно возлагал от власти. А раньше партия регионов была при власти. То есть мы так можем далеко раньше зайти. Просто есть реалии жизненные, в которых мы сегодня живем, и, к сожалению, нравятся они кому-то или нет, они такие, как есть. Поэтому то, что сегодня Александр Омельчук является вице-мэром, и то, что на него возложены определенные обязанности и ответственность, что немаловажно, мне кажется, играет намного большую роль сегодня в моем мировоззрении, чем вот бывший Омельчук-политик, который когда-то там боролся, как вы сказали, там с Александром Сенкевичем на выборах. Хотя, если вы проанализируете кампанию, я думаю, вы это знаете, но для телезрителей скажу, что до второго тура
никто ни с кем не боролся. А во втором туре, на мой взгляд, как на бывшего руководителя избирательного штаба Игоря Дятлова, больше Сенкевич боролся с нами. То есть вот эти вот стереотипы, придуманные добро и зло, то есть ведь с нашей стороны ничего этого не было. Мы вели честную кампанию, но... Если снова будут выборы городского главы, вы за кого прогнозуете? За Сенкевича или за Дятлова? Или за третьего кандидата, скажем там, за Артема Ильюка? Давайте дождемся этих выборов, да, и посмотрим вообще, в принципе, что нам предложит наша политическая палитра. Меня радует только одно, что очень много людей 35 плюс или 35 минус небольшой, да, то есть начали принимать участие в политике, начали ее оживлять, потому что когда-то был вот такой застой уже людей состоявшихся, и которые не давали молодежи пробиваться вверх и добиваться чего-то в этой сфере. И вот один из немногих плюсов нынешнего времени, на мой взгляд, то, что молодые политики начали в Украине и в Николаеве, в частности, появляться и реализовываться. На фоне этого вашего ответа, как бы вы прокомментировали вот недавнюю информацию о том, что рейтинг Игоря Дятлова фактически скатился до ядерного электората партии регионов? Не связываете ли вы это с тем, что активно партия не ведет на местном уровне системную оппозиционную работу? Оппозиционера привыкли видеть или у трибуны, или на баррикадах, а мы, к сожалению, Игоря Дятлова даже в городе в последнее время редко видим. Ну, во-первых, для того, чтобы полноценно оперировать цифрами социологического исследования, нужно понимать, кто его делал, как его делал, как рассчитывалась выборка, репрезентативная она или нет, к чему как бы у меня, ну, я, к сожалению, не знаком с методикой, поэтому не могу говорить, что эти цифры внушают мне доверие. Вот. Но, с другой стороны, если такое исследование проведено, то, наверное, какие-то тенденции оно показывает в городе. И причинно-наследственные связи, они, или гипотезы, которые можно формировать по результатам этого исследования, это тема отдельного разговора, я просто не знаком ни с инструментарием, ни с детальными результатами этого исследования. Вот. Вы когда говорите оппозиционный блок, вы, конечно, ну, вы всегда вот апеллируете к оппозиции. Вот, всегда говорите о том, что, ну, оппозиционный блок это оппозиция. И вы всегда забываете о том, что оппозиционный блок это партия, которая победила на выборах в городской совет и заняла лидирующее место. И по количеству голосов, которые проголосовали за оппозиционный блок, оппозиционный блок опережает все партии, которые сегодня есть в горсовете. И Самопомощь, и БПП, и наверное, должны навязывать свою повестку дня в этом городском совете. И вы знаете, как напряженно и трудно это делать. Если бы мы на выборах в 2015 году плюс к такому ошеломляющему, я считаю, результату, да, получили еще и мэра города, ну, вы тоже бы говорили, вы же оппозиционный блок, ну как же вы, почему же вы не оппонируете? А может ли Александр Мельчук стать кандидатом в мэра Николаева? Ну, вопрос непростой. Вопрос теоретически может. Вот. Но для того, чтобы Мельчук стал кандидатом в мэры, должно сложиться много жизненных обстоятельств. Очень много, которые не факт, что сложатся в ближайшее время. И жизненных, и, наверное, обстоятельств в сессионном зале. В этой студии были ваши коллеги-однопартийцы. И у них разделилось мнение по вопросу относительно там, выразит ли оппозиционный блок импичмент в случае, если это будет предложено. Кто в большей степени был прав, Олег Сомтес или Анатолий Дюмин? Я думаю, что наша фракция согласиться на и поддержать именно импичмент Сенкевичу, потому что уже дальше такой руководитель, ну, уже, ну, не нужен городу, потому что такие действия, чем он больше будет делать, тем оно больше идет становится, ну, хуже для горожан. Я такое голословно сказать не могу по одной причине, что этот вопрос по фракции не обсуждался. Если он будет обсуждаться и большинство будет рассматривать вопрос, тогда вы узнаете. На сегодняшний день я не владею такой информацией. Ну вот, когда... Это личное высказывание Сомтеса. Да, это вы выбрали специально двух таких противоположных. Так, доля случая так распорядилась. Что Олег Солтис, что Анатолий Дюмин, это депутаты с большим опытом. Вот, безусловно, у них выстроено свое видение процессов, на которое как бы влияет их жизненный опыт.
том числе и депутатский. Импичмент – это, конечно, хорошее слово, но оно малоприменимое в современных реалиях, и особенно в реалиях, в которых живем мы в городе Николаеве. Ведь это же не просто там вопрос голоса, как Олег Солтис любит закинуть. А давайте проголосуем, да, там, как он обычно на сессии делает. Мне кажется, он это делает больше для того, чтобы дать информационный повод интернет-изданиям. Вот. Ведь это четкие правовые последствия и предпосылки, что самое главное. Только после этого может там родиться теоретически какой-то такой вопрос. Но опять же, учитывая то, что я уже не депутат городского совета, есть фракция, которая будет определяться по конкретному вопросу. На сегодняшний день мы знаем, что очень много критики, которую мы получали в ответ от избирателей города Николаева, заключалась в том, что вы пристали к молодому мэру, дайте ему поработать. Угу. Ну вот оппозиционный блок дал поработать. Вы по образованию политолог. Одно из образований, да? Да. Скажите, вот как вы чувствуете, есть сегодня в настроении людей какое-то желание вот отката к оппозиционным опять настроениям, к оппозиционным партиям? Только ответьте не как представитель оппозиционного блока, а как политолог. Да, я понял ваш вопрос. Ощущаете, вот, что так. В воздухе как раз есть вот это желание, во-первых, к переменам, во-первых, во-вторых, недовольство действующей власти, в том числе и муниципальной? Безусловно, в городе, ну и вообще, в принципе, в стране витают настроения, ностальгирование, знаете, по тем временам там спокойным. Есть часть, опять же, если сидеть, ну, смотреть по сегментам, то есть электорат же и избиратели, они подразделяются как минимум по возрастным характеристикам, и у определенных возрастных характеристик одни настроения, у определенных другие. Вот этот День Европы, про который мы сегодня с вами говорили, он показал, ну, большое количество молодежи студенческой, которой нравится то, что мы постепенно интегрируемся в Европу. Я боюсь, конечно, тот темп, который мы взяли как страна по вопросу интеграции, не позволит нам полностью насладиться результатами этой интеграции. Когда мы туда придем, там уже никого не будет, к сожалению. Вот. Но в принципе, как бы, ну, никто ж не против, и раньше был. Просто, ну, против было определенных настроений и нюансов. Поэтому молодежь, конечно, больше стремится к реформированию. Каким-то вопросом, связанным там, с современными процессами, которые должны быть там. Но опять же, для того, чтобы реализовать их чаяния, так скажем, нужно очень много работать в том контексте, про котором вы сегодня много говорили. Нужны очень быстрые результаты. Что касается более старшего поколения, то здесь фактор ностальгии за хорошими временами, там, за спокойным, да, за долларом по 8, вот это все оно продолжается. И для этой категории населения, мне кажется, важно создать стабильность, чтобы они успокоились, чтобы у нас там, ну, чтобы они понимали, что мы сегодня заснули, завтра проснулись, и мы живем в той же ситуации, в которой засыпали вчера. И этим пользуются, собственно, пиар-технологи, там, спекулируя на том или ином процессе, как правило, пугая ту или иную отрасль населения и говоря, будет все не так, вы проснетесь, вы будете в другой стране жить. Или молодежи говорит, вы проснетесь, все будет обратно, все будет страшно. То есть эти стереотипы, которые рождают пиар-технологи, они потом существуют уже. Компания прошла, результаты добились. На добро и зло до сих пор всех делим. Да, а эти стереотипы живут своей жизнью, уже трансформируются, в том числе в ваших карикатурах. Они живут своей жизнью, они уже продолжают автономно существовать, принося какие-то радости их авторам. Не знаю, наверное, те пиарщики, которые придумали эти образы, смотрятся со стороны, думают, мы не думали, что это так будет классно работать. Да, а их идея живет. Да, их идея живет. Как вы считаете, в Николаеве сегодня существует публичная политика? Насколько наши местные политики реально вот публично, так как это происходит в Европе, так как это происходит в США, или все-таки у нас кумарная политика? Тоже, наверное, вопрос как, больше как политологу. Во всех странах существует кулуарщина, так называемая, да, и вот открытые беседы, о которых мы, допустим, с вами сегодня говорим. То есть я хочу сказать, что, ну, благодаря вам, то есть появилась вот эта студия, где можно... Это появилась еще одна площадка, где можно доносить свою мысль. Да? До этого у нас фактически мы ограничивались там только программой «Добрый вечер», которая сегодня также существует, имеет свою стабильную аудиторию, и это способ донесения информации. Сегодня появились вы, вас также вы активно завоевываете медиапространство в этом вопросе. И здесь можно сказать шаг вперед. То есть вы стали причиной того, чтобы в Николаеве начала появляться публичная политика. Ведь вы с Виталием Вороновым когда-то организовали проект «Игра слов». Вот. И это был прорыв на самом деле. То есть
это было очень важно. И очень много известных политиков, уже состоявшихся, побывали у вас на программе. Мэр города у нас был еще, в том числе и мэр города, в 2014 году Александр Сенкевич участвовал. Да, в том числе и будущий мэр города у вас был в качестве кандидата. И вот это вы делаете то, что делаете политику публичной. Безусловно, существует, как политолог вам говорю, не как чиновник и не как политик, существуют кулуарные договоренности, о которых мало кто знает. Иногда эту информацию вам выбрасывают по зернышку для того, чтобы вы развивали ее в том или ином направлении. Более смышленные понимают, о чем идет речь. Менее смышленные выдают просто то, что им там в клювик положили, и думают, что это новость дня, к примеру. Да? Вот. Поэтому это такой совместный процесс. Ведь журналистика без политики, ну, это тоже не очень. То есть можно писать, конечно, об урожаях там, в сельском хозяйстве, но это будет интересно только сельхозпроизводителям. А когда журналисты пишут и анализируют местную политику, это почему-то интересно всем. Потому что все заполитизированы до предела, мне кажется. Либо потому что действительно люди начинают постепенно понимать, что именно от местных депутатов, от мэра города, в том числе и зависит комфорт их жизни у них во дворе, на улице, в их районе. Абсолютно правильно. Я эту тоже тенденцию наблюдаю, что вот в последний особенно созыв вот депутаты настолько много начали общаться с людьми, ведь раньше такого не было, даже несмотря когда-то там... И все публичное, все в Фейсбуке. И все публичное, и все в Фейсбуке, транслируется. Да, Гентина бьет на водоканале, он уже это всем показывает. Ну, весь город знает. Он еще побои не сняли, а все уже обсуждают. Абсолютно правильно. Вот эти новые технологии, то есть они позволяют моментально выходить в эфир, собирать аудитории, и самое главное, что это становится ну, популярным. То есть и с одной стороны депутаты этим пользуются, с другой стороны люди понимают, ага, есть депутат, надо может к нему прийти, надо посоветоваться о решении проблемы, попросить помощи какой-то. Надеемся, что все чиновники тоже будут гораздо более публичны, будут приходить в эфиры. Мы общались сегодня с Александром Омельчуком. До встречи, до свидания. До свидания.